Туманные февральские перспективы все же навеяли весеннее тепло. И с нуля начался этот день. Что же дальше, расскажу вам я, Ирина Рамбальская. Метеогид погоды не сделает, но с прогнозом точно все будет ясно. За 10 дней до весны откатится ли февраль на холодные позиции? В нашей метеогрядке весенняя заготовка черенков для прививки плодовых деревьев. Там и актуальный прогноз погоды на предстоящую неделю. Весна пришла, гуси прилетели. Фальстарт объявили дикие птицы, которые уже вернулись с зимовки. Хотя обычно гуси делают это в марте-апреле. На уходящей неделе вовсю призывали весну и влюбленные, неся в руках солнечные акварельные букеты красочных тюльпанов и не только. Небесная канцелярия тоже не пожалела тепла, добавила градуса и немного подкрутила яркости. А на Ближний Восток, в том числе и на Турцию, обрушила сильнейшие ливни. Ну а что ждет Европу в ближайшие дни? О синоптической ситуации на предстоящей неделе расскажет Дмитрий Рябов. Активные атлантические вихри на следующей неделе продолжат непрерывно контролировать погодные условия над Европой, почти без перерыва поставляя новые и новые порции влажного и теплого не по сезону воздуха с Атлантики. Исключением лишь станут страны Северной Европы. Там сохранится зимний характер погоды. Ненастные активные циклонические вихри будут нести разнообразие и изменчивость атмосферных процессов, неблагоприятные и опасные явления погоды. Итак, в начале недели страны Центральной и Южной Европы будут находиться во власти обширного погожего антициклона, который будет медленно смещаться с северо-запада на юго-восток. Ожидается переменная облачность без существенных осадков. Под утро слабые туманы, видимость до километра. Ветер западный, юго-западный умеренный, временами порывистый. А температура воздуха в разгар дня ожидается плюс 3, плюс 8 градусов. По югу плюс 9, плюс 15. Страны Западной Европы будут находиться в поле высокого атмосферного давления, на фоне которого с запада на восток будут смещаться малоактивные атмосферные фронты. Облачно с прояснениями. Временами станут проходить кратковременные осадки. Утром большая вероятность туманов, ухудшающих видимость до километра. Ветер южный, юго-западный умеренный, временами порывистый. А температура воздуха днем прогнозируется плюс 7, плюс 14 градусов. А у стран Северной Европы ожидается ненастная погода. Ее принесет активный атлантический циклон, который будет медленно смещаться с запада на восток. Ожидается пасмурная погода. В большинстве регионов кратковременные осадки. Под утро слабые туманы, видимость до километра. Ветер с северной четверти умеренный, временами порывистый. А температура воздуха днем ожидается минус 7, минус 15 градусов. В странах Восточной Европы большую часть недели погодные условия будут определять активные атмосферные фронты, которые будут медленно смещаться также с северо-запада на юго-восток. Ожидается облачность с небольшими прояснениями погоды. В большинстве регионов кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Большая вероятность туманов. Ветер западный, юго-западный умеренный, временами порывистый. А температура воздуха днем от 0 до плюс 7. По югу на пару градусов теплее. Новую стрижку или эффектное окрашивание делайте 19, 20 или 21 февраля. Для похода к стоматологу выбирайте 19, 20, 22 или 23 число. Бурный всплеск геомагнитной активности ожидается 24 и 25 февраля. Метеочувствительным стоит позаботиться о своем здоровье. Задуматься о летнем отдыхе и приобрести путевку в санаторий хорошо в понедельник, 19 февраля. 22-го есть риск остаться без денег и совершить ненужную покупку. 25-го ждите приятного известия. Вырастить хорошую рассаду не составит большого труда, если соблюсти ряд правил. Для посадки лучше выбирать специальные контейнеры, торфяные или бумажные горшочки. 19-го можно посеять на рассаду перцы и баклажаны. 21-го пересаживайте комнатные цветы. Одним из важных этапов садоводства является заготовка черенков для прививки плодовых деревьев. Так вы сможете получить растения с желаемыми характеристиками. Например, устойчивыми к болезням или с повышенной урожайностью. Обо всех нюансах этого непростого дела узнаем у нашего народного садовника. Саженцы плодовых деревьев вовсе не обязательно покупать в питомнике. Их можно вырастить самостоятельно. И сегодня расскажу, как правильно сохранить и заготовить черенки для прививки плодовых деревьев. Для прививки используют однолетние приросты, которые сформировались за прошлый сезон. На этих побегах нет никаких боковых ответвлений и нет цветочных почек. Кора на них светлого цвета. Черенки должны быть определенной толщины,
не тоньше, чем обычный карандаш, а лучше чуть-чуть потолще. Слишком толстые черенки также не подходят, потому что прививки будут хуже приживаться. Приступать к прививке нужно только в период активного сокодвижения. Это обычно конец апреля, начало мая. Более ранние сроки прививки не будут приживаться, потому что еще активно не ходит сок. Итак, когда мы заготовили черенки плодовых культур, их нужно связать в пучки. Если вы будете использовать для прививки несколько сортов, тогда нужно подписать еще и название сорта, чтобы потом их не перепутать. Далее пучки нужно обмотать мокрой тряпкой. Обматываем только нижнюю часть черенков, чтобы не было их пересыхания. Мокрая тряпка будет сохранять влагу. Дальше все череночки обматываем пленкой либо стрейчем и помещаем на хранение в холодильник. В холодильнике всегда небольшая положительная температура, и это идеальное место для хранения. В холодильнике черенки хранятся до самой прививки, на них не просыпаются почки, и это очень важно. Черенки, кроме холодильника, можно хранить, кстати, и в погребах, но там должна быть холодная температура. Если в погребе хранится много корнеплодов, картошки, то температура там будет достаточно высокой и будет повышенная влажность. И черенки могут распустить свои почки и станут непригодными для прививки. Поэтому все же лучше их хранить в холодильнике. Если вы так же, как и я, любите прививки, любите делать собственные саженцы, поспешите заготовить черенки для весенней прививки. Спасибо за внимание и до новых встреч! А у нас для зрителей уже готова рубрика «Стоп-кадр». Подведем итоги. Напомню, из множества снимков мы выбрали 10, каждому присвоили номер. Затем с помощью генератора случайных чисел определили победителя. На этой неделе приз забирает Сергей Педронов из Могилева. Снимает уже 10 лет и в этом месяце празднует первый мини-юбилей своего увлечения. Как и обещали, приз от телеканала «Зон» с логотипом ОНТ. Сегодня же отправим победителю. А я приглашаю всех участвовать в нашем конкурсе «Стоп-кадр». Размещайте фото с красивыми белорусскими пейзажами, необычными природными и погодными явлениями в социальных сетях телеканала ОНТ. Не забывайте отмечать наш профиль в Инстаграм. Лучшие снимки увидит вся страна, и мы опубликуем их в ленте. Кому достанется следующий приз, узнаем через неделю. А сейчас самое время узнать у Дмитрия Рябова, какой она будет. Погода предстоящей недели – весна в феврале. Несмотря, что на календаре еще зима, однако погода на следующей неделе ожидается по-весеннему теплой, но неустойчивой. Осадки в различной фазе, порывистый ветер, большая вероятность тумана. Средняя температура на 2-4 градуса выше нормы. Вместе с тем, температурный фон сохранится контрастным. Холоднее в северо-восточных и восточных районах, намного теплее в юго-западных. И до конца календарной зимы атмосфера, по всей видимости, останется в перманентном состоянии метеорологической весны. Итак, в начале недели Беларусь будет находиться в зоне влияния антициклона с центром над центральными регионами России. Он отметится переменной облачностью, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, ухудшающий видимость до полукилометра. Влажность до 70%. Ветер юго-восточный умеренный. Ночью от минус 2 по юго-западу до 8 по северо-востоку. Днем в понедельник минус 2, плюс 3. Ближе к середине недели инициатива формирования погоды перейдет к активным атмосферным фронтам Запада Европы. Их прохождение будет сопровождаться увеличением облачности, осадками, в основном в виде дождя. Ночью и утром возможен мокрый снег. Местами слабый туман, влажность до 90%. Ветер южный, юго-западный умеренный. Ночью плюс 2, минус 3, по востоку до 6 мороза. Днем во вторник минус 1, плюс 5, в среду до плюс 4. И предварительно, в начале второй половины недели, погоду станет определять область высокого атмосферного давления, на фоне которого будут проходить малоактивные атмосферные фронты. В результате их влияния пройдут кратковременные осадки. Влажность до 90%. Большая вероятность тумана. Ветер переменных направлений умеренный. Ночью от минус 2 по северу до плюс 6 по югу. Днем в четверг от плюс 2 по северо-востоку до плюс 10 по западу. В пятницу от 4 до 9 выше нуля. В последние выходные февраля облачно с небольшими прояснениями. В большинстве районов кратковременные осадки. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-восточный умеренный, временами порывистый. Влажность до 70%. Ночью от минус 1 по востоку до плюс 7 по западу. В середине дня в субботу плюс 4, 9, воскресенье плюс 4, плюс 7.
Еще больше погоды, еще больше Дмитрия Рябова в нашем телеграм-канале. Хотите узнать прогноз на следующий день? Рябов ответит. Так называется еще одно наше место встречи. А мы увидимся ровно через неделю, чтобы не обсуждать или ругать погоду, а строить планы в соответствии с актуальным прогнозом. Мы не предсказываем, мы прогнозируем. Хорошего субботнего вечера!